One. You have one new message. Древнее, неизменное, вечное Евангелие. Оно по-прежнему необходимо новым поколениям и даже поколению компьютеров, поколению Google. Сегодня мне хотелось бы поговорить об одной из самых важных и драматичных проблем, которую я называю проблемой формализма. Формалистская катастрофа – это то, что необходимо осмыслить и против чего необходимо восстать христианской церкви. Формализм – это потеря сути при сохранении внешних форм. Формализм – это когда поверхностно все в порядке, но внутренне все в беде и в катастрофе. Формалистская катастрофа – это запутывающиеся во внешнем христианстве люди, теряющие христианскую суть. Давайте посмотрим Святое Писание, которое частенько употребляет образ паутины. Екклесиаст, 9 глава, 12 стих. «Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Как птицы попадают в силки, как рыбы уловляются в сети. Я не думаю, что кто-либо из рыб планирует некий суицид. Это происходит незаметно. Сеть плетут так, чтобы она сливалась с водой, по форме была как вода, не цветная блесочка, использовалась моим дедом на рыбалке, и чтобы не видно было сеть. Друзья, христианин, не бодрствующий, не имеющий света в своей жизни, он попадает в сети дьявола, в паутину дьявола. Если сети ставят в темном месте, потому что если лучи солнца, они отсвечивают от лески, то рыба видит сеть и тогда разворачивается и уходит. Друзья, нам необходим ежедневный свет, чтобы не быть формалистами, христианами. Еще одно место Писания в центр нашей проповеди берем сегодня. «Ибо если избегнув скверн мира», 2 Петра 2:20. «Ибо если избегнув скверн мира», через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, речь идет о верующих людях, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Друзья, слово «падение» в христианском языке обычно употребляется к тому, кто внешне провалил христианскую жизнь. Когда мы говорим «брат упал», подразумевается, что брат завел любовницу, запил или развалилась семья. И когда мы говорим слово «упал», чаще всего на христианском языке это означает человека, который уже внешне провалил свою жизнь. Слово «упал» редко употребляется нами для описания внутренних, сокрытых от человеческих глаз проблем. Но правда состоит в том, что огромное количество людей, сидящих в церквях, регулярно, стабильно, ответственно посещающих церкви, внутренне находятся в падении. В падении, которое пока еще сокрыто от человеческих очей. И это называется христианская формалистская катастрофа. Недавно я притащил вот такую мерзость в собрание в нашей церкви. Не так давно я привез паука прямо на служение. Я позвонил одному брату, благо у нас в городе есть человек, который имеет зоомагазин, и сказал: «Брат, мне нужен паук, самый большой, который у тебя есть, для служения в церковь, на проповедь, на один, я в аренду, я завтра верну». «Чего, пастор?»
брат, мне нужен паук, самый большой, какой у тебя есть, для проповеди, на служение, я завтра верну. Паук? Мне пришлось немножко посвятить его в курс будущей проповеди, и он мне дал огромного паука, которого я притащил в наше служение. Вот что я хотел этим сказать. Когда апостол Петр описывает падение христианина, он описывает стратегию паука. Он описывает, знаете, что делает обычно паук? Он плетет тоненькую паутинку. Паутина тонкая незаметная штуковина, но она липкая и она крепкая. Я вычитал недавно, что паутина оказывается в 20 раз прочнее стали. Сталь той же толщины растягивается на 8% и рвется. А паутина в 20 раз может растягиваться. Это сверхпрочное вещество. И ученые думают о том, как бы его искусственно производить. Паутина суеты. Паутина беготни. Паутина забот и хлопот людских. Паутина наших забот закручивает нас, и нам некогда молиться, нам некогда общаться с Богом, нам некогда искать Его лица. Все больше и больше дел, все больше беготни, и в конечном итоге паутина окручивает, как паук окручивает жертву, наша жизнь закручивает христианина. Паук затем подбирается к своей жертве и тихонечко, мягко прокалывает оболочку, кожу, внешность. И потом большинство пауков используют анестезию, обезболивающее. Пауки ведут себя, как мой друг пастор-стоматолог. Да простится мне, но их стратегия похожа на поведение моего друга пастора из соседней церкви. Когда я прихожу к нему в кабинет, он заговаривает мне зубы, а потом тоненькую иголочку втыкает и вводит обезболивающее. Если бы он попробовал без обезболивающего решать мои проблемы, я бы вырвался. Я достаточно здоровый хлопец. Я бы вырвался, я бы выскочил из его кресла, я бы сказал ему все, что я думаю о стоматологии, о нем в частности, о его церкви в конце концов. Я, конечно, бы не дался ему, но он вводит обезболивающее. И потом делает все, что хочет, и я уже ничего не чувствую. Друзья, паук прокалывает и вводит анестезию. И затем он начинает высасывать жизнь из своей жертвы. И если этот процесс не прервать, то через какое-то время останется только оболочка от бывшей бабочки, мухи, пчелы.